Сейчас мы расскажем о том, как трог становится желтым. В идеале он должен быть желтым. Это добавляют и в цене, и в качестве для заповеди. И сейчас Туви рассказывает, что у них есть на складе отдельная герметично закрытая комната. Он спрашивает меня, чувствуешь ли ты запах? Я говорю, что очень сильный запах фруктов, плодов. Чем более, говорит Туви, яблоко спелое, тем больше газа он выделяет, который и дает этот аромат. Именно этот газ делает итрог желтым. Нахождение в атмосфере этого газа делает его желтым. Он мне говорит, понюхай. Я пытаюсь нюхать и говорю, что я уже не чувствую, я уже пьяный от этого запаха. Действительно, в этой комнате был очень мощный аромат. И запах этого яблока, это и есть газ. Чем теплее, тем больше выделяется этот газ из яблока, и он является тем материалом, тем способом, которым делают эти итроги желтыми. Я спрашиваю, где же, покажи нам эти итроги, которые вы желтите здесь. Ну вот, например, смотрите, что она. Тут его зовут. Мы вырвали его прямо с продажи. Ты видишь, что он? Сегодня мы его положили желтеть. Сейчас посмотрим, говорит, ту минуточку. Вот здесь мы видим уже. Это уже более желтый вариант. Ты видишь, что он более желтый? А это более зеленый. Ты видишь разницу? Я предлагаю посмотреть на свет. Мы ищем ракурс. Видно? Это более желтый, это более зеленый. Это более спелый уже. Мы ждем 24 часа. Я говорю, что этот итрог, который справа станет потом очень-очень хорошим. Работники пытаются вытащить Туви и не дать ему заниматься съемками. И он продолжает нам объяснять. Желтый этот итрог должен дойти до этого цвета чуть-чуть больше. Вот слева это 24 часа, а это 10 часов. Если мы видим, что этого недостаточно, тогда мы положим еще на 24 часа, еще на 10 часов. Максимум это доходит до 40 часов в этой комнате, в этом складе. И потом он становится желтым, прямо желтым-желтым. Как кто? Как какой предмет? О, вот как этот. Слышно? Это стало за 40 часов таким желтым. Очень красиво, говорю. Большое спасибо.